Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ох, добралась я до курятника. Часа полтора добиралась. Снег плотный такой. У нас ноль сейчас. И... ой, дорожки все прочищала. У курочек у меня здесь тепло. Я им, видите, поставила масляный аккумулятор. Ой, аккумулятор-обогреватель. Да, зернышек им насыпала. Водичка тепленькая. Вот три яичка тепленьких сейчас заберем. Вот. Свеженьких. Несутся вроде молодцы. Хоть и старенькие. Да. Ой. Да, вон вкусняшек всяких им принесла. Ой, пробиралась я, конечно, долго. Шайтан, машину сейчас включить нельзя. Потому что на улице тепло, а она при плюсовых температурах не работает. Поэтому пришлось мне... сейчас я... ой. Так, кто снег включил? Я заходила в курятник, ничего не было. Да что ж такое-то, когда же оно все кончится? Боже мой, опять снег пошел. Да хлопья какие крупные. Ну ладно. Ну ладно. Что ж делать? Зима на то и есть зима. Так... сейчас это я с собой заберу. Это я с собой забираю. Ой. Вон дорожку, видите? Целину прокопала себе. У нас где-то сейчас пойдет на минус. И можно будет ближе к вечеру, если сильно метели не будет, если снег не будет идти, то, конечно, я включу свою замечательную шайтан-машину. Ох. Аж потемнело все. Вы посмотрите, что делается. Снег я почистила. Так, сейчас. Ой. Называется, снег почистила. У котиков все есть. Котикам тоже все дали. Они сильно не показываются. Они только прибегают, поедят и где-то прячутся. Вот. Видите, что у нас тут делается? Ну ничего. Сейчас будет минус. Ну, к вечеру можно будет включить. И я пройду с шайтан машиной со своей. Хорошо, у нас есть светильники. Ой, только почистил. Все. Только все почистил. Так. Пойду я лучше оттуда заходить буду. Здесь у меня столько кострюк. Ну вот. Морозы стояли. 24-27 градусов. Сейчас немножечко полегче. Но к вечеру обещают опять сильные морозы. Поэтому, посмотрите, какая метель. Какая красота! Поэтому сильно выходить и что-то снимать. Ребята, у меня сил нету и желания особого. Потому что в такой мороз лучше сидеть дома. Я вот сегодня доставочку себе заказала. Ой! Опа! Себе и котикам. Поэтому даже в магазин никуда не хочется выезжать. Тут, конечно, чистить много. Вот я вчера сделала дорожку, а ее даже уже вечером, ее даже уже и не видно. Видите? Вы представляете, что делается? Кошмар. Зима, одним словом. Да, думала, я вас 7 числа поздравлю. Нет, не получилось. Отключился у нас один котел. Ну, в общем, развлекались мы тут по полной программе. Наше газовое хозяйство, что хочет, то и делает с людьми. Вроде как всех обязывают заключать с ними договора. Люди заключают, и что туда входит? Это на год обслуживания вашего котла. Один бесплатный аварийный выезд и еще один выезд технический. Ну, что вы думаете? Ага.
бесплатный. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В общем, непонятно, за что мы платим деньги эти договора, за эти договора. Потому что приехало газовое хозяйство, все равно также сняли деньги. Взяли деньги за выезд. Непонятно. Так что у нас здесь в России тоже не сладко. Нас имеют тут по полной программе. И налоги, и все нам поднимают. В общем, жить стало весело, да? Как там правильно говорится, я не помню. Жить стало веселее. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Да. Аж все потемнело. А время 11 часов утра. И кажется, это все быстро не закончится. Ну ладно, надо прятаться. Надо идти теперь в кастрюльке играть. Что-то кушать, готовить. Ну что, дорогие мои. Всем желаю хорошего настроения. Всем мирного неба над головой. Пусть ваши самые заветные желания обязательно исполнятся. Думайте только о хорошем. Потому что нужно думать о хорошем. И не думать о плохом. И обязательно все будет хорошо. Да. Ну, а мы здесь, можно сказать, впали в спячку. Потому что сильно никуда выходить не хочется. Вот. Ну что, меня совсем окончательно занесло. Погода замечательная. Сейчас, конечно, чтоб гулять на улице. Пока тепло, морозов нету. Блин, красота. Ну что? А пока. Всех целую, обнимаю.